Hi guys, how are you doing? Welcome for today's video. This is another Diana Ankudinova video. It has been on my shelf for a long, long time. This is Wicked Games. I actually watched this song done, I think, in the U Super competition. But this clip was recommended to me as a clip of some kind of, I don't know, editing and I didn't watch it actually. I've been saving it to a real genuine reaction. Добро пожаловать на мой канал, дорогие зрители моего канала. У нас сегодня очередное видео Дианы Анкудиновой. Это видео вы мне рекомендовали уже давно, много месяцев назад. Но вот как-то я его сейчас опять нашел у меня в моих папках, можно сказать. Wicked Game, который она пела, по-моему, на программе «Ты супер», но тут это может быть только аудио с того, знаете, я не знаю, аудио, я не знаю откуда, но кто-то сделал клип, потому что я вижу вон тут сначала, и это не сцена, это кто-то сделал такой видеоклип и послал мне, чтобы я послушал. И так же, как я Реченку уже давным-давно слушал и успел позабыть, также эту песню я слышал давным-давно от Дианы, успел ее позабыть, эту версию, так что я решил именно ее и посмотреть. И вместе с этим клипом про кто-то сделал, наверное, работу, присоединил, я не знаю, что за клип, но поехали смотреть. Перед тем, как мы начнем, я вам напомню, если вы хотите поддержать мой канал, смотреть со мной, пожалуйста, жмите на подписку и колокольчик, и также на лайк, если вам нравится, или на дизлайк, если вам не нравится. Окей, поехали. Как его зовут? Колин Фаррелл, по-моему, я уже не помню. Музыка подходит, такая романтическая, но необычная романтическая. Как фильм называется? Я его, по-моему, не видел. Как же красиво Диана звучит в саундтреках. Я не знаю, это саундтрек, может быть, взяли эту песню под саундтрек. Очень узнаваемый. Я не вижу сейчас Диану. Так красиво. Вау.
сильный необычный голос придает столько силы. Женский голос, регистр низкий, коронный грудной, сильный голос. Вау, молодец, просто браво. Я должен сказать, я сосредотачивался, знаете, когда на перед глазами вот этот фильм, этот отрывок, но в сочетании этих таких романтических или, можно сказать, трагических романтических таких слов, так оно просто звучало классно. Просто классно, и это только показывает, сколько возможностей есть, когда у тебя такой голос, как у Дианы. Очень хорошо спето. Я не знаю, с какого это конкурса, или это специально было записано для... Это пишите мне. Я не видел просто этот фильм, я не знаю, но я не слышал, чтобы она делала саундтрек какому-то фильму. Иначе бы я уже об этом как-то слышал. Я не знаю, или это саундтрек вообще этого фильма, или Диана его записывала. Мне кажется, что нет. Просто кто-то экспериментировал и сделал такую классную... такой классный монтаж. Я знаю, потому что я тоже на этом канале делал монтажи такие. И это второй, на самом деле, я слышу. Был Жан Дарк, помните, у меня на канале? Кстати, многие открыли именно тот видеоклип у меня на канале, когда я его показывал. И это благодаря кому-то, кто порекомендовал, и так другие тоже узнали. И это тоже в этом же стиле, очень понравилось, так же, как и тот мне понравился. Так что спасибо тому, кто это сделал, и Диана просто супер, супер, молодец. Right, guys, that was really, really incredible. This is probably just... Я только скажу на русском, не уходите, у меня еще видео-сюрприз есть, буквально еще минуту. So this was just incredible, you know, this video montage was very, very powerful, you know, the combination with the video of that unknown to me movie. I will be pleased if you could, you know, write me the name. I recognized, of course, Colin Farrell, I think Colin, his name. And I am not familiar with this movie, and I like this kind of movie, so I will be out there watching it with the quarantine and you know, all the spare time that we can use. But anyway, just you know, the combination with that voice, that powerful chest voice, that deep female powerful chest voice, and that is going you know, deeper and deeper, and that was just crazy. She has no limits to what she can do, and I would really, really glad to be seeing her you know, really recording soundtrack to some movie or whatever it is. This is inevitable, you know, as far as I can see that. So yeah, guys, now let's go to my daily surprise, and this time it was recommended to me, but I don't want to do a separate reaction to it, so we're going to watch Karilina, and she's going to play to us on a violin. Hallelujah! Так что, дорогие друзья, это видео-сюрприз, который мне порекомендовали, и он оказался у меня в списках, но я не буду делать специальный отдельный обзор для него, потому что будет мало просмотров, потому что у этой девочки Каролины, Карелина, я не знаю, как правильно у нее еще нету столько много поклонников, я так думаю. И тут написано, что она будет на улице, в смысле, я вижу, что это на улице, она будет исполнять песню «Аллилуйя». И написано, что люди были удивлены. Каролина... А, есть фамилия. Каролина Проценко. Окей, это русская девочка, я даже не знаю. Может быть, вы мне подскажете. Вместо того, чтобы я вам показывал, вы мне расскажете. Она будет играть на скрипке и на пиано. Так что поехали смотреть. Вау. Окей, так только...
скрипка без пианино. Я уже подумал, что может быть она положит и перейдет играть потом на пианино, но мне очень понравилось. Вау, класс, молодец, Каролина. Я так и не знаю, откуда она. Может быть, до следующего раза я почитаю. Спасибо вам за просмотр, те, кто остались до сих пор. Скажите мне, что вы думаете о этом видеоролике Дианы и как вы думаете о этой девочке Каролине? Будет тоже интересно услышать вашу реакцию или ваш комментарий, или просто что вы об этом думаете в нескольких словах. Так что пишите мне, мне было очень приятно вас принимать на этом видео. Увидимся на следующем. Пока!